Всем привет, дорогие друзья, с вами Хога, канал Хога Плей, и у нас свежая игра на канале под названием Криптомайнер. Сегодня мы будем добывать крипту, будем мутить свой бизнес, будем торговать на рынке, будем заниматься всякой добычей таких вот типа моментов, как криптовалюта, биткоины, все вот это, вот это, вот это. Я, честно говоря, особо не шарю вот в реальной жизни, типа за биткоин, за крипту. Я понимаю, как бы, что к чему. Но, типа, по добыче, как бы, где, что там, как это все работает, я особо не интересовался. Мне, как бы, было не до этого. Но, я думаю, данный симулятор это нам, так сказать, предоставит, то есть покажет, что и как нужно делать, чтобы это сделать, добыть. Вот. Давайте начнем новую игру. Так, что нам предлагают? Выберите сценарий: Северная Америка, Западная Европа, Восточная Европа, Азия, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Свободный режим. Так, модами, это что-то с модами. Австралия. Так, у нас почему-то все красненькое, кроме Северной Америки. Так, а что у нас здесь написано? Северная Америка. История. Так, история повторяется. А, я один раз, да, заходил, уже как бы втыкнул пробную. Но мы, я так понял, можем любую выбрать. А, нет, подождите, заблокировано. Это заблокировано. Так, дата запуска. Чего? Дату запуска 2010-10-01? Это не я запускал. Но я уже пробовал пробную игру, зашел, звук тестировал. Начальный капитал низко. То есть мы здесь что-то можем урегулировать. Так, я что-то уже тыкнул. Ладно. Так, название организации. Криптоник. Так. Название организации. Давайте назовем Криптонит. Нет, Криптонит. Вот так. Криптонит. Вот так будет прикольней. Так, окей. Валюта, баксы. Давайте поставим рубли, блядь. Курс обмена. Так, это 80 тысяч. Курс обмена. Курс обмена. Так, $1 США 80. 0,000000. Обожаю вот эти вот цифры с нулями. Всегда в них во всем путаюсь. А можно... Ну вот так, типа... $80, 0,0 копеек. Установить курс. Хер знает. Так, размер площади, температур. А зачем нам это, наверное, температура, наверное, процессоров там всяких, да? Так, Цельсий, Фаренгейт. Ну, так, подсказки скиньте. Нет? Ладно, давайте будет вот так. Так, имя основателя. Сейчас накалякаем. Ога. Применить. Так, внешний вид. Пол. Да без разницы. Давайте сделаем какую-нибудь интересную. Мадам. Во. Прикольно. Сразу видно бизнесменша. Не, почему? Не. Давайте лучше мужика какого-нибудь такого, знаете, который постоянно хавает чипсы, сидит дома и ничего не делает. Какой-нибудь такой. О, сойдет. Так, установить случайно. Готово. Введите секретный факт, который известен только мне. Ага. Ага. Известный факт. Окей. Известный факт, который известен только мне. Хорошо. Мне известен тот факт, и это только мне он известен, что белое это белое. Отлично.
Ну, серьезно, я просто не задумывался, не знаю. Это типа проверочный код какой-то будет, я так понял. Хер его знает. Так. Эй, сынок, есть секунда. Привет, конечно, как дела? Привет. Отец. А, я с отцом базарю. Отец на рыбалке там, походу, с удочкой. Так, я только что услышал о новой цифровой валюте, которая изменит мир. Биткоин, б-деньги, диги кэш. Ладно, биткоин. Биткоин? Да, это тот. Это может быть хорошей идеей для тебя, чтобы начать свой собственный бизнес. Ты знаешь, блять, вот почему мне отец просто не звонит, такой типа, алло, сынок. Я такой, да, пап? Слушай, тут такое дело, мне для тебя бизнес. Что нужно? Биткоин? Блять, это трэш. Ну типа, знаете, обычно все говорят, что... Биткоины, ты что, с биткоинами срабатываешь? Или просто ты говоришь, я работаю на биткоинах. И все такие, че? Но, по крайней мере, это в моем кругу общения с людьми так происходит. Не знаю, как у всех остальных. Как можно получить биткоин? Я могу купить их, я могу добыть их. Ну, я могу добыть, наверное. Пока не могу, но могу. Так, добыча, как это работает? Мне для... Ты меня спрашиваешь, ты мне предлагаешь бизнес, я что-то не понимаю. Добыча, как это работает? Мне для этого нужен... А, мы, то есть, выступаем за того типа, который, типа, шарит, да? За биткоины, понял. Мне нужен ПК. Вот так нужно отца разводить на ПК. Так, ПК, нужен ли ему... Так, дорогая игровая видеокарта. То есть, отец еще шарит за видеокарты. Самое дорогое, ну, это будет ложь. А у нас харизмы, наверное, нет. Хотя я не знаю здесь, что вообще как. Так, майнинг. В настоящее время возможен только с процессорами. С процессорами. А что, без процессоров, что ли, еще можно? Так, мы можем купить видеокарты позже. Ну, давайте вот это. Так. Так, я понимаю, у тебя есть сбережения? Нет. Блять, почему отец с рыбалки мне звонит с такими предложениями? Я понимаю, у тебя есть сбережения? Так, нет, потратил все. Ложь. Да, немного. Давайте пизданем. Тебе нужно много, чтобы сделать это серьезным делом. Типа он намекает. Так, вот немного наличных. Так, покажите мне, что вы можете настроить оборудование. Я дам вам гораздо больше после того, как вам будет... Сколько? 160? Это чего, тысяч? Короче, он нам потом еще даст бабла, если мы ему поможем. Отец поставил перед вами задачу добыть один биткоин. Удачи, спасибо. Я это сделаю, да. Я постараюсь. Мне вот интересно, как это серьезно все будет. Кстати, что это такое? Добыча один биткоин. А, это задание. Открыть экран магазин. Поместить ПК на вкладку сборка. Установить блок питания. Установить HDD в PC. ПК, правильно? То есть в компьютер. HDD. Понял. Так, установить материнскую плату, установить процессор, установить 2 гигабайтная озвучка, поместить ПК в комнату. А нельзя телефон двигать? Ладно. Так, все, отец не в сети. Блять, всем бы такого отца нахуй. О, кстати, тут можно телефоном пользоваться. Майфон. Прикольно. Так, случайная подсказка. Используйте клавишу Escape, чтобы закрыть экран и отменить действие. Далее. Держите кондиционеры рядом с стороной воздухозаборника к вашей майнинг-фирме.
Ну, я понял, что похолождало, там все дела. Так, обеспечивайте свободное пространство вокруг ваших стоек и рабочей станции. Окей. Ладно, короче, это потом мы все почитаем. Кстати, подождите, а у меня сообщения какие-то? А, это новости. Так, майнеры могут обмениваться биткоинами напрямую и наличные. На наличные. На сайте МТ ГОКС. ГОКС, правильно? Так, сайт официально открыт. Так, а что за MT GOX? Так, майнинг близко. ПО. ПО. Как переводится ПО? Это было оперативное обеспечение. Что-то там обеспечение. Так, с открытым исходным кодом для майнинга на GP App будет доступно вот в октябре. Больше хешрейты. Ладно, короче, давайте купим уже компьютер. Собственно, это наша хата, да? Ой, блядь, чё нажал? Игра успешно, чё? А можно назад? Игра успешно сохранена. Понял, понял. Во. Ого. Чё? Квадратики 50. Почему 50? Типа квадратных метров, сантиметров. А это что такое? А это сохранить игру. Сохранить. На клавиатуре куча всего. Так, здесь у нас бюджет 400 тысяч, я так понял, правильно? Вроде да. А это что такое у нас? Это биткоин, наверное, да? Курс какой-то. 4. Что-то там, то-то там. Угу. Так, давайте начнем. Добыть один биткоин. Откройте экран магазина. Так, магазин. Блять, а почему-то эти вкладки нельзя шевелить? Мне неудобно. Я хочу, например, прочитать. Поместите ПК на вкладку сборка. Установите блок питания. Короче, нужно собрать компьютер. Понял. Что нам нужно для компьютера? Стандартный ПК. Недорогой компьютерный корпус ATX со сменным передним вентилятором. Будьте осторожны с жарой, пылью и шумом. Ага. Так. Один кулер, 40% отвода дисплея. Чё? 30% уменьшения пыли. Короче, параметры у всех компьютеров, я так и понял. Корпус ATX с улучшенным шумоподавлением. Короче, чем дороже, тем лучше, я понял. Но у нас как бы 400 тысяч. Давайте нормальный купим такой. Так, мне теперь необходимы остальные. ПК. Пылевой фильтр. Кстати, а что парит ПК пишет? Три кулера, 60%. То есть охлаждение, я так понял. Отвод тепла. 70% уменьшения пыли. То есть меньше будет засираться. Ну, конечно, это лучше, чем 30. А по сути-то, что там, разница-то в копейки. Так. Отсутствует материнская плата. Общая стоимость 7200. Добавить в корзину. Взять. Корзина. Корзина. Так, давайте... Вставьте материнскую плату. Давайте купим материнскую плату. Вот материнские платы. Что у нас здесь по материнским платам? Материнская плата ATX. То есть, короче, можно собрать нормальные такие сборщики, я так понял. ATX 3000, ой, 301R используется для подключения центральных центрально, блять, я забыл эти термины. ЦП, ГП и АЗУ. АЗУ это оперативки, ДДРК это у нас оперативная память, ДДР3, слот ЦП поколение первое, центральных процессов, главного, что-то, блядь, не помню. Ладно. Сколько она? 11 стоит. А здесь что у нас? Это уже DD-шка, это М-ка. То есть РК, ДМК, М-ка.
по сути, меняется что? Цена? А, вот же показывается на картинке. Понял. То есть, короче, на картинке мне показывается три плашки АЗУ, один процессор, да? Так, а здесь что у нас? Два процессора, четыре плашки. Так, а здесь сколько? Шесть плашек, один процессор. Так. Мне там что-то написали. Ну, давайте уже тогда шиковать, что. Берем последнюю, короче. 1 гигабайт, да? Что там написано? А здесь? А здесь что у нас? Не, ну тут уже два, как бы, процессора пожирнее. Не, ну нам нужна оперативка, так, наверное, сказать. А, я понял. Красная? Красная. Это, короче, под... под видюху. Все правильно, конечно. Чем больше мест под видюху, тем круче. Также под оперативку. А вот проц... проц. Почему один проц? Нет, точнее, не вопрос. У меня вопрос не почему там один проц, почему тут два проца. Ладно, пофиг. Разберемся. Что нам нужно дальше? Нам нужен... нам нужен блок питания. Блок питания... вот, кстати, я не шарю реально в компьютерах за блок питания. Какой реально нормальный. Питание всех компонентов 80%. Энергоэффективность... 82. Ну, разумеется, короче, 1600 ватт. Ну, я вот не знаю здесь, что лучше, как бы. Просто я знаю, чем мощнее, тем там что-то какой-то больше расход. По сути. Давайте возьмем что-нибудь среднее. Вот где-нибудь вот здесь, да? Вот, вот это возьмем. Поставим. Отлично. Что у нас здесь? 87%. Золото 800 ватт. И ни много, и ни мало. Нет, давайте возьмем косарь. Косарь будет вообще... ой, нихуя тут цены. 1000 ватт есть? Вот. 22К. Давайте возьмем вот так. 1000 ватт. 87% золота. 1000 ватт. Ну, нормально, наверное. Ну, там, наверное, как-то будет считаться, то есть, сколько видеокарт, какая нагрузка. Если что, мы можем потом же, наверное, поменять. Правильно? Правильно. Так, давайте дальше. Жесткий диск. Или материнку будем заряжать. Это что такое у нас? Вентиляторы операционные. Так, опциональные. Каждый корпус ПК... ASIC и Please уже оснащены вентиляторами. Вы можете заменить их на цветные исключительно для декорации. Понятно. Конечно, давайте. Будет в таком цвете. Все, ништяк. Прикольно. Блин, мне нравится. Так, жесткий диск. Жесткий диск, твердотельный накопитель. То есть мы можем поставить и жесткий SSD-шник, да? И HDD. А, блядь, HDD. Ну, SSD-шник надо побольше по-любому ставить. Так, а что по цене? Ой, а вообще хуйня-то стоит. Конечно, ну, терабайт. Это жесткий, это SSD-шник. И
И на 1 терабайт этот SSD-шник. HDD-шник. Ага. Все, отлично. Дальше. Плашки. Че у нас плашки? Я просто не знаю, как здесь будет работать и насколько их пихать. Вопрос. Минимум 2 гигабайта для WinOS, 1 гигабайт для Linux и 1 гигабайт для каждого майнера. Ух, а я хера знает. Если я поставлю... Я не знаю вообще, оператива сильно нужна ли здесь. Нам нужны видеокарты мощные, это я точно знаю. Ну давайте поставим, получается, 8 плюс 8, уже 16. Еще 8 плюс 8, это... Охереть, это много. А если по 4 поставить? 8, 16. Еще плюс 8. Да, давайте по 4 поставим. Получается 4. 4, это уже 8. Так, это уже 16. Так, это уже 20. Вот так. Так, получается 4, 8, 12. Еще плюс 4, 16. 20, 24. Правильно я посчитал? Или нет? Наверное. Так, видеокарты. Чё у нас тут по видюхам, по ценам? Так, G-Up. G-Up, будем так. Так, выделенная видеокарта. Ожидаемый хэш-рейт майнинга. Так, здесь какие-то параметры показаны, я так понял, которые у меня вот здесь сверху указаны некоторые, да? Крипта, что-то там. Ну, вот этот параметр второй точно наверху показан. Короче, я понял, как, чем дороже, тем лучше. Давайте не будем экономить, захерачиваем туда видюхи пожирнее. Получается у нас 190 тысяч. Надеюсь, нам хватит. Вроде я купил все. Добавить в корзинку. Купить. Все, есть комп. Так. Дальше. Игра сохранена. Так, нам нужен компьютерный, наверное, стол, куда все это ставить. Процессоры, видеокарты. Кулера, структура. А, это то есть я буду расширять комнату, наверное, да? Давайте купим. Хочу купить. Вот, компьютерный столик. 64 тысячи, нихера себе. Компьютер дешевле собрать. Так, а это будет прям компьютерный стол. Допустим, купить. Вот, компьютерный стол. Как его повернуть? Во. Вот так. А, это типа я устанавливаю, я понял. И на стол можно? Или под стол можно? На стол можно. Вот, и компьютер. Так, а мне не нужны же какие-то мышки, провода, потому что я так понял, там уже в компьютерном столе все есть. Отлично. Кстати, а ускорение работает? Установите скорость симуляции. О, отлично. Так, компьютер у нас есть. Что нам еще необходимо? Что дальше? Установите процессор. А я что процессор не установил? Я что процессор не купил? В натуре я же процессор забыл. Я купил комп без процессора. Найс. Ну, давайте, какой здесь? Что у нас? Модель ЦП, 7-е поколение, 1. Так, шум при полной нагрузке. Да-да-да. Так, требуется для каждого компьютера.
Так, можно использовать для майнинга. Ожидается хэштег. Хэшрейт. То есть, как эффективность какая-то, да? Давайте вот седьмое поколение купим. Купить. Собрать. Тело. Так, как мне в компьютер обратно залезть? Нужно как-то компьютер. Панорамный вид. Установить процессор. Но... А как мне установить? Как мне компьютер? Это что? А, вот моя спальня. А, заменить устройство. Программное обеспечение майнинг. Переименовать сотрудничество. Так, программное обеспечение не найдено. Установить цель. Разгон. Так, на объекте нет оборудования такого типа. Установить Linux, установить Win. А, так. Ну а как мне... Так, операционная... нет, это не то. Заменить устройство. Так, заменить устройство. Выберите предметы в левой части. Так, чтобы заменить сломанное оборудование, установите один тот же элемент в обоих полях ниже. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы установить элемент для удаления. Так. Щелкните левой кнопкой мыши. Нет, не для удаления. Но, подожди. Вот процессор. Не то. Заменить устройство. Так, правая кнопка для опции. Использовать предмет на гараж. Купить в магазине, если необходимо. Заменить все. Нет, это я не заменяю. Только в текущем задании. Замена предметов. Заменить другим. Программное обеспечение майнинг. Заменить другим. Заменить. Программное обеспечение майнинг. Готово. Я все равно не установил процессор. Переименовать, продать. Продать несколько. Закрыть. Переименовать, продать. Нет, все равно как-то должно быть, чтобы я мог поменять какие-то детали. Опции, наверное, нужно убрать, да, некоторые. Купить в магазине, если необходимо. Использовать предмет из гаража. Гараж. Ладно, стоп. Программное обеспечение. Установить цель. Разгон. Так, персональная система. Когда компьютер не имеет установленной АЭС, работник должен установить. Отсутствует. Так, запросите установку на всех компьютерах сейчас, если она еще не установлена. Установить WinAS. Установить WinAS. Установка Win. Нет центрального процессора. Компьютер не запускается. Вернемся назад. Так, блин, я же его купил. Вот он вся. Чтобы установить компоненты, бросьте в это место риг или пустой ПК.
Так, так как же... Чтобы установить компоненты, бросьте в это место риг или пустой корпус. Ну, блин. Почему нельзя докомплектовать, что ли? Чё? Почему? Ну-ну-ну, отмена. Хер с ним. Продать. Вы уверены? Да уверен я. Все, процессор я купил, опять все заново покупать, елки-палки. Корпус этот. Дюха. Это. Процессор. Меня он куплет же. Я же покупал процессор. Собрать. Так, если я собираю, получается, Дюху ставлю, процессор ставлю, Дюха, плашки по 4. Так, блок питак, на трап, также блок питания на косарь. Где? Вот он все. Блок питания на косарь. Что мы еще, кулера меняли, да? На фиолетовый цвет. Что мне еще здесь? Точно я все сделал. Кулера. Как я процессор не заметил? Все. Купить. Вот этот. Продать. Да. Компьютерный стол. Купить. Странно. Очень странно, почему. Ну, я, скорее всего, что-то не знаю, но по-любому должно быть как-то менять, чтобы можно было компоненты уже в собранном компьютере. Потому что. Ну а как еще? Как еще? Давай быстрее. Все это сделано или что он делает? Текущая задача установить WinAS. О, это глук становится. Короче, идет установка, да? Программного обеспечения. А можно назначать цели, короче, чтобы он типа делал какие-то определенные задачи за другом. Программное обеспечение. Так, нет цели. Установить цель. Три выключено. Включено. Установить. Уже есть операционная система. Так, операционная система есть. Так, щелкните ПК правой кнопки мыши, чтобы установить WinAS. Моя спальня. Типа вот так. Программное обеспечение. Установить. Уже есть. Так, щелкните компьютер. Сверху же вот мне подсказка. Щелкни правой кнопкой мыши ПК, чтобы установить цель майнинга на центральном процессе. Так, программное обеспечение, цель, процесс. Так, установить цель. Остановить майнинг. Так, настройки цели для майнинга. Так, цель процесса. Новая цель для майнинга установлена. Вернуться назад. Все. Щелкните ПК правой кнопкой мыши, чтобы установить WinOS. Операционная система, правильно? Windows операционная система.
Щелкните правой кнопкой мыши. А, тут еще навыки какие-то есть. Требуется навык программирования. А SI, что-то там не так. На объекте нет оборудования такого типа. Накопитель. Нет цели. Этот процесс. Так, Настройки автопилота. Эти настройки предназначены для опытных игроков, которые знают, как настроить объекты с низким уровнем пыли и тепла, которые могут работать месяцами без обслуживания. Если вы впервые играете в эту играете в игру, будьте очень осторожны, так как их изменение может привести вас в замешательство относительно того, что происходит и почему происходит некоторые вещи. Я знаю, что я делаю. Вернусь назад. Нет, пока не будем это использовать. Что у нас здесь есть? Последние предметы. Это типа гараж. Так, магазин. Здесь что такое? ПК, пылевой винтер. 16 компонентов. Может, еще один ПК собрать? Инфраструктура. Деревянный пол. Купим 10 штук. А, это просто пол в комнате? А, нет. Я думал, типа, продлить можно. Продать. Можно несколько как-то выбрать? Еще поодиночке продавать? Почему это не продумано? Либо я что-то не знаю. Должна быть возможность продавать все не по одной. Или я просто что-то не заметил. Здесь что такое у нас, кстати, внизу? Ага, я понял. То есть каркас, не каркас, человечек видно, не видно. Понял. А, нифига, температура, цветовой градиент температуры. А, так, а здесь у нас градиент цвета пыли и уровень шума. Понял. Так, а это что такое у нас? А, наложение чисел температуры в градусах. Наложение чисел проценты, коэффициента запыления, то есть пыль. Это по процентам, короче. То есть для тупых. То есть 22% по температуре, это нормально, я думаю. 50% запыления. И 35, там 40, возле компьютера 42 уровень шума. Понял. А это что такое? Увеличение. О, пиздец, пикселей. Понял. А чё это такое? Это можно скрыть. Я вот не понимаю, как задание. Добыть один биткоин и... Я же вроде установил операционную систему. Так, ладно, это магазин, это гараж. Это у нас какая-то инфа по биткоину, да? У меня есть. А, это вот у меня как раз добывается, да? Ценность. Сеть. Хэшрейт. То есть чем больше хэшрейт, тем быстрее у меня добыча, я так понял. Это какие-то все крипта, я так понял. Самый популярный биткоин, да?
Ладно, разберемся. Телефон. Персонаж. Отфильтровать список сотрудников. О, мы можем... Так, наймите больше людей. Мы можем людей нанимать. Добавить навык. Базовая разведка. Способность тут... Выберите необходимый навык. Короче, тут куча навыков, да? Требуется этот навык. Так, базовая разведка. Возможность найти небольшое количество кандидатов с базовыми и продуктивными, продвинутыми навыками. Тип личное мастерство требуется. Включение. Добавить этот. Добавить навык. Так. Новый сотрудник. Требуется навык. Так, базовая разведка. Добавить навык. Пользуйте. Так, исследование вы можете. Интересно, поиск кандидат. Ладно, мы с этим чуть позже разберемся. Пока мне нужно разобраться с заданием. Добавить объект. То есть, короче, расширяемся мы под аренду, либо покупаем. Нихера, лям. Просто квадратик купить лям. Или не понял. Подожди. Купить. Достаточно денег. Аренда. Это много. Я понял. То есть, короче, площадь мы еще покупаем. Это где я смотрел, кстати? А, это добавить объект. Человечек, это я понял. Так, маркетинг и связь с общественностью. Так, цель компании. Шумиха вниз. Здесь что-то, короче, будем маркетинг какой-то делать, рекламу. Цель сценария. Этот экран показывает текущий прогресс основной цели сценария. Основная цель будет раскрываться по мере прохождения сюжета. То есть у нас еще будет основная какая-то цель, да? Это настройки, да? Громкость звуков эффекта, громкость, сохранить и выйти, продолжить, сохранить игру. Понял. Что у нас тут в телефоне? Нам что-то сайт какой-то там предлагали. Электронный банк. Так, подписать контракт. Получить суду. Процентная ставка. Я уже забыл, что такое суда. Суда — это какая-то компенсация на что-то там, на развитие бизнеса. Что такое? Так, ладно. Че, игра какая-то? О! Найс. Понял. Потом поиграем. Новости, сообщения, затраты. Прикольно, то есть я здесь буду тратить, что-то тратить, и тут будет показываться. Круто. Оповещение. Так, на этом экране отображаются важные предприятия в ваших компаниях, оборудования. Тоже прикольно. Все, ладно. Мы, в принципе, ознакомились с менюхой. Так, теперь мне надо все равно как-то выполнить это действие. Мне нужно установить операционную систему. Так, моя спальня, 42 плитки. Так, ну а что с компом? Опа, папаша что-то написал. А, я намайнил? А, я ускориться сильно нажал, я намайнил. Это было легко. Где мои деньги? Это было легко. Вот твоя награда. Отец отправил вам 640 рублей. Мне нужно больше. Что делать? Что дальше? В
вы можете улучшить свои навыки, чтобы эффективно использовать деньги. Linux бесплатен и требует меньше оперативной памяти. Узнай, как его установить. Отец поставил перед вами задачу. Изучите администрирование Linux. Используйте разгон, чтобы получить больше от вашего оборудования. Отец поставил перед вами задачу исследования разгона. Это я понял. Так, я дам вам больше денег, когда вы их исследуете. Так, выбирайте, что сделать первым. Так, как мне их исследовать? Я готов. Так, есть одна вещь, которую я забыл упомянуть. Давай. Вы можете использовать один и тот же компьютер для добычи полезных ископаемых и исследований, если вас не беспокоит шум и нагрев. Блять, а на что влияет-то шум и нагрев? О, я могу спать? Чего? А как я... А, он сам, я думаю, это я снял. Таинственный типстер. Так, цена биткоина скоро пойдет вверх. Купите 100 тысяч биткоинов сейчас и продайте, когда цена достигнет пика 8 ноября. Да, правильно. Кто ты? Где ты взял мой номер? Ну, да, правильно, чё. Нет времени объяснять. А, я не спрашивал. Просто делай то, что я написал. Да, окей. Спасибо за информацию. То есть, короче, сейчас 2010 год. Я понял. То время, когда те люди, которые купили биткоин, и потом его через сколько-то лет продали, когда он пиздец был дорогой, они просто стали миллионерами. Я понял. А что так время-то быстро бежит? Не надо так быстро. О чем мы вообще намайнили? Я забыл, где посмотреть. Вот здесь, наверное. Ого, у меня 125. Чего? У меня 760 на 1000 и 125. Чего-то там. Биткоинов. А, ну вот, зачем мне вот это считать? Вот же написано, ценность на 937. То есть это мало. Можно сказать, 125 биткоинов, наверное, где-то так. Сеть. У меня ваш хешрейт 11.6. Купить биткоин, продать биткоин. Ну-ка, если продать. А, нет, 8 числа. А дата и время здесь где? 11 часов. Он же мне сказал продать 8 числа. Ладно, разберемся. Так, установите цель исследовать на экране. Так, цель исследования на экране сотрудника. Так, изучите административный Linux. Так, программное обеспечение. Вот Linux, да? Да-да. Уже есть операционная система. А что изучить? Изучите администрирование. Разгон. Администрирование. Куда-то я заходил, забыл. Собрать биткоин. Так, это магазин, гараж. Сотрудники. Переименовать, программирование, узнать, заменить устройство на сотрудники.
Так, он говорит, учитесь сами, либо наймите сотрудников и их учите. Сотрудники. Так, добавить объект. Так, не то. Сотрудники, сотрудники. Угу. Добавить навык. А, поиск. Блин, но мне и самому же тоже надо. Я так понял. Вот я, сон. Или мне нельзя самому. Добавить навык поиск. Поиск работников. Добавить навык. Что-то там Linux пользователь. Так, Linux пользователь. Администрирование. Вот это мне надо добавить. Критерий поиска. Поиск работников. Криптонит. Нет. А чё, блин, а чё я сам себя-то поменял? Нифига, что-то я не въехал. Найти больше людей. Добавить навык, поиск кандидатов, кандидат, так, рублей, час, нанять, так, добавить объект, так, а ей как-то уволить? Сон, так, установить цель. Вот это надо. Установить цель. Отсутствует требования. Linux пользователь. Сперва вот это. А, я понял. Установить цель. Linux пользователь. Установить цель. Все. Так, пока не будем нанимать сотрудника, уволить. Я понял, все, себе цель надо поставить, понял. Так, Linux пользователь процентов. Так, а если мы время ускорим вот так, допустим? Нажмем на себя. Вообще ничего не меняется. За восклицательные знаки. Рабочая станция должна завершить установку. Ага. Он мне показывает, что что-то нужно установить, а я не понимаю, почему. Продать, заменить устройство, программное обеспечение, переименовать центры, программное обеспечение, установить Linux. Уже есть операционный завод. Отсутствует Linux. Установить Linux.
Он мне показывает что-то установить. Рабочая станция должна завершить установку. То есть, прежде чем он начнет какое-то изучение, мне нужно... Мне нужно изучить администрирование Linux. Чтобы изучить администрирование Linux, мне нужно... Мне нужно установить. А как удалить, например, операционную систему? Немножко не понимаю. Компьютер же продать или что? То есть он, короче, это делать не собирается, я так понял. Известно. Установить цель. Так. Изучите администрирование Linux. Ну. Блин, почему? Я не понимаю. Так, наймите больше людей. Базовое управление. Базовое управление. Цель.
Я просто немножко не понимаю, что-то изучается? Цель исследования, базовое управление. Щелкните имя сотрудника, чтобы изменить его. Нажмите на картинку, чтобы установить адрес-код. Навыки 1 из 12. То есть надо просто время, да? Допустим, ждем. Так, по с открытым исходным кодом для майнинг близко. Так, есть одна вещь, которую я забыл упомянуть. Вы можете использовать один. Эй, ты видел новости? Какие новости? Говорят, что вы можете установить 3 видеокарты в ПК и зарабатывать около $100 в день. Действительно? Вам понадобится несколько из них. Если вы хотите стать серьезным, как 2-3. Я думаю, больше. А. Дюжня. Так, отец поставил перед вами задачу посерьезней. Куда бы я их положил? Установка не. Странные разговоры, диалоги просто какие-то странные. Это будет управляемо, если. Я понял. Типа, короче, полку для видеокарт сложить. Как же шум и жара. Да я понял. Все, бать, давай. Ладно, пофиг. Давай. Рассказывай мне за полки. Так, стрелки в верхней части стойки показывают, куда так уходит весь горячий воздух. Ага. Да, в натуре отец там, он на рыбалке сидит и что-то все знает. Так, все ладно, все понятно. Что здесь? Что-нибудь готово? Навыки, не навыки. Базовое управление. Поиск кандидатов. Так. Что тут заменить? Так, программное обеспечение и майнинг. Операционная система есть.
Так, ладно. Так, изучите администрирование Linux, используйте так, по-серьезному поместите 12 ПК в стойку. Надо докупить какие-то будут стойки и оборудовать, еще докупить, наверное, часть здесь комнаты и переносить это как-то все туда, и, наверное, еще надо будет компьютер докупить, и еще много-много в чем разобраться. Я думаю, на это, да, мы серию закончим, дорогие друзья. Спасибо, кто был на данном видео и смотрел, и по-любому поставили лайкусики, подписочки, колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был Хога, канал Хога Плей, до новых встреч!